Эй, меня зовут Слэйджик, и добро пожаловать в сборку под названием Рекрафт. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в нашу сборочку, где мы будем оживлять и иссушенный мир. Да, именно так мы должны и делать. То, что... Да. Короче, я ничего не понимаю, что я сейчас говорю. Давайте, ребята, начнем все же мы выживать в нашей крутой сборке. Итак, спасибо вам, ребята, в комментариях за то, что вы написали, что же нужно делать нам для того, чтобы все это вот заработало. Итак, смотрите, у нас здесь обычная морковка. Здесь у нас обычная пшеница. Нам нужно сделать... Вот эту фигню сделать. Нам нужно поставить вот так вот палки сверху. Дальше у нас здесь очень много... Нет, у нас было очень много костной муки. Ладно, надеюсь, у нас было мало костной муки, я нигде не посел. Итак, и через некоторое время тут должно вырасти что-то, как мне написали в комментариях. Но, как вы видите, этого пока не происходит. Меня обманули? Что? Вы меня серьезно, ребят, в комментариях обманули, что так и работает все? А я-то думал... Просто сказали, через какое-то время тут что-то появится. Но как что-то появляется, я вроде не вижу. Очень-очень-очень плохо. Очень плохо. Давайте еще раз посмотрим, что она от нас требует. Скомбинировать, короче, пленты, они смутируют и получаем новый, короче, кроссбрейдинг. Байлиф, кроссбрейдинг. Ну это вот этот, дабл. Окей. Set of crop sticks between two plants. Слева, ну вот это, короче, да, мы получим sugarcane. Sugarcane это вот это. Картошка плюс белладонна. Хорошо, картошку мы, может быть, где-нибудь найдем. Все, вот, в принципе, вот такое вот добро получиться должно было, чтобы... Может быть, сверху палочки убрать, не знаю. Maybe. Нет, ладно, давайте поставим, как и должно быть. Ну, смотрите. Ничего-то не появляется. Меня обманули. Спасибо, ребята. Обожаю вас. Ладно, давайте. Пусть это у нас небольшое время тут побудет. Может быть, потом под конец серии или когда-нибудь будет это появится. Если нет, то, не знаю, сделаем что-нибудь другое. Короче, пока по квестам давайте что-нибудь другое мы поделаем. У нас квестов-то дофигища. Во-первых... Флауринг. Нам нужно сделать, точнее найти где-то это растение, Mystical White Flower. И скорее всего, это мы сможем найти с помощью фертилизера, который у нас, может быть, есть в сундучке. Так, у нас, ладно, пусть это... А, вот у нас потайка, кстати. Так, фертилизер, да, у нас есть флора фертилизер. Да, фертилизер. У нас есть очень много травы, и нам нужно разместить эту траву. Траву, почему я говорю трава, если у нас земля? Нам нужно разместить очень много земли, использовать этот фертилизер по центру где-нибудь, и посмотреть, что же у нас получится. Так, ну центра тут нету, естественно, потому что... Да. И тут тоже центра нету, а если мы сделаем так... Тут тоже нету центра. Уйди. Опа, а сейчас ночь будет, сейчас будет очень... Плохое времяпровождение. Короче, ладно, я кривой и имбецил. Уберем. А, ладно, сделаем, короче, просто вот сюда. Оп. Вот. Mystical White Flower вырос, отлично. Да-да-да, салютики, спасибо. Идем дальше. Не выросла. Идет отсюда добро. Не выросла. Идет отсюда добро. Опять не выросла. Идет отсюда добро. Нет. Не выросла. И опять не выросла. Серьезно? То есть, вот так вот должно и все быть. Я не очень хочу изучать ботанию, потому что это очень скучный мод. Прям очень скучный мод. Потому что, ну блин, ботания... Оп! Добро растет! Добро растет, ребята! Вы меня не обманули, спасибо. Лавки-чмавки, все, спасибо, отлично у нас растет. Морковка? Алло! Какая морковка? Какая морковка? Уходи. Какая морковка? Не морковка расти должна. А у нас покруче дела должны идти. Почему морковка растет, если у нас по квесту должно совсем другое что-то вырасти? Ну-ка, еще раз. Значит, wheat plus carrots
равно сюгаркейн. Ну. А вот посмотрите, что я очень тупо. Sugarcane seeds require sand to be used as cells and mutate. Короче, чтобы рос у нас sugarcane, нам нужно вот это добро посадить. Потому что, ну, sugarcane все знают, что растет на песке быстрее. А тут у нас прям, опа, опять. Это ты офигела, что ли? Нет, давай по-другому, пожалуйста, все. Только знаете, в чем проблема? По-моему, сажается, все. Я думал, не сажается, поэтому сейчас, пацаны, что делать? Не сажается же. Все сажается, все отлично, все. Давай сейчас расти, не выпендривайся. И все. Окей, все, у нас керосит как бы важнее, да? Поэтому мы забираем. Вот эту всю траву сейчас нужно класть сюда, ходить, вот так ложить. Давайте весь инвентарь так очистим. Быстренько подберем всю траву, которая тут валяется. Ну, какая трава, это цветочки. Еду у нас прям очень-очень... Опа, еще, давай. Рэмбо, что сделаешь? Ничего. Ты ведь беспомощная чмо. У меня, кстати, голова... А, ну, я думал, еще одна голова выпала, но нет, не выпала. Так, что у нас там? Добро не растет пока. Оставляем. Почему без звука? I don't know. Окей, без звука, так без звука. Все, так, чтобы я не запутался, значит, у нас по квестам дальше, пока мы не сделали. Вот эти две штуки нужно найти, у нас всего лишь одна штука. Добывается из фертилизера. Да, this is floor fertilizer, same as to produce some interesting flowers, then use the juice face. Да. Так, эндермена мы пока не грохнем, это у нас в процессе выполнения. А мы, кстати, пока у нас есть картошка, и картошка Беладона. Беладона. О, мы же проходили, да, мы Беладону проходили. Стоп. Беладона где-то есть. Опа, а вот и Беладона. Итак, картошеч. Блин, давай, а это будет работать, я думаю, если вот так. Оп-оп-оп, да, ладно, надеюсь, будет работать. Картошка, нормально, иди отсюда. Беладона не растет, потому что нужна вот такая фигня. А вот и наша Беладона. Давайте быстренько ускорим процесс. О, точно, 9 костей. Давайте ускорим процесс. Ага, это уходи. Сейчас я поставлю опять для тебя. Оп. Еще одна сверху нужна. Как раз 4 палочки. О, как прям круто. Все, отлично, тут у нас палочки есть. Ладно. Ты ждешь, серьезно? О, как это мило, ты меня ждешь. Ну, пока. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Вот там не надо их ходить, там опасно, ребята. Так, что там все? Опа, пошло походу. Да, серьезно, растет. О божечки, растет, ребята. Давайте ускорим. О боже мой, о реально, серьезно, о май гарвел, е. Ну и давайте мандраку сейчас. Ой, блин, а мандрака, вы помните, как мандрака растет? Я вот в этом в эпических приключениях вроде было, как мандрак растет. Вот как мандрак... Ай-яй-яй, это я зря сделал. Как растет мандрейк. Ну, мандрейк, хорошо, давайте мандрейк. Как растет мандрейк, я просто... Там, точнее, как добывается, если... Мандрак, она как бы вырастет, все нормально. Но если ее взять, появится какой-то маленький чертик, который будет за тобой гоняться, который тебя слепоту наложит, еще будет... орать. Вау. Hello? Крипер? Чё ты? Какой-то странный. Так, тихо. Не, вот, давай не взрывайся. Ты сейчас взорвешься как... Тихо, no block damage. Хорошо, я понял. Ну, там написано no block damage, а дальше все. Ой, армия вот этих плохих ребят там собралась. Давайте мы, кстати, удобрение для нашей фермы, которая рядом с водой находится, сделаем. Тоже пусть будет. Почему бы и нет? Не будет лишним, мы прямо сюда зальем водички. Все, пацаны. Все. Confusion powder. Ender zoo. Вау. То есть у нас новый TNT. А помимо новых TNT мы можем зелье варить. Да, очень крутые зелья, конечно. Да. Ладно, мне понравились очень сильно зелья. Наверное, сделаем одно. Ладно, кто не понял, это сарказм. Нафиг нам такие крутые зелья.
Мандрека не растет. Значит, походу так не растет, ребят. Не растет. Добро не растет. Поэтому расширяем нашу горизонт. Не на... Уа, ты серьезно? Спайдермен. Иди отсюда. Опа. Ладно. Переделываем, короче, нашу конструкцию. Переделываем. Сделаем дополнительный... Ой. Земля есть, отлично. Сделаем здесь дополнительную конструкцию. Здесь мы ломаем. Здесь ломаем. Здесь у нас не будет водички. Мы зальем ее куда-нибудь вот сюда. Дальше. Выставляем нашу вот эту крутую... Удобряем для начала. Не удобряем, а вскапываем. Так, здесь у нас двойная фигня такая будет. Картошка, которая кладется сюда. Потом у нас мандрейк. Вот. Беладона, какой беладона? Мандрейк-то выращиваем. Выращиваем! Почему я говорю с акцентом? Ладно. Картошка, мандрейк, ждем. Привет, ты в гости? К сожалению, не впущу! Get out the way, bitch! Так, что у нас по ниткам? Нитки у нас две. Оу, щит. Очень мало. Хотел бы я сделать кровать, чтобы не париться по ночам. Но при... Опа. Вот видите, вот почему я боюсь ночью. Ну, давай. И сюда. Сюда. Здесь справлюсь с тобой. Ой, ребята, вы серьезно? Втроем банда пришла. Паук, спайдер... Ва? Все. Найс. Так. Вот. Давайте не будем спринтить, бегать, сходить. Потому что у нас очень... кстати. Ладно, сейчас я договорю, давайте потом я сделаю. Потому что у нас еды нету, кроме картошки, гнилой плоти, отравленной картошки, еще гнилой плоти. У нас ничего вкусного нету. Нет, у нас же моток лучше. Давайте... Вот, все, дальше продолжаю, что я хотел сделать. Все, я сказал про то, что у нас очень мало еды, мы не должны бегать. Теперь мы должны сделать удобрение для нашей мандрейк. То есть заправить водичкой, чтобы росло добро, росло. Да-да, не удивляйтесь. И все. И типа, будет все круто. Ладно, побегаем. Лень просто. Побегаем. Давай, растряси жирок, давай. Дальше моток у нас делают тут вот такой вот waterpot. Заливаем туда грязную водичку. Грязная водичка в зависимости от биома. Ну, не биом, а именно месте, в котором мы находимся. Поэтому она такая грязная. И у нас, кстати, не сажается, потому что у нас, видите, вот... они дефитед. Это потому что мы сначала посадили, а потом, типа, вот. И забрали. Но он, типа, не хочет. Окей, ладно, что я хотел, почему они здесь не растет? Наверное, нам нужно отойти погулять где-нибудь. К сожалению, эндерменов сейчас искать самое плохое время, потому что фиг их тут найдешь. Так, окей, все, остался мандрейк. Мандрейк сделаем, и все, окей. С цветочками, окей. Просто ходить и собирать фертилизер. Очень нудное занятие. Очень нудное занятие. Кстати... Почему я не попробовал? Я очень сейчас ступил, очень сильно ступил, потому что... Думаю совсем о другом. Сейчас я убью его. Не убью. Вау, чуть не грохнул меня. Сейчас мы... Кстати, где у нас респаун? Я, по-моему, ни разу пока не умирал. Фиг знает. Ладно. Почему я, помимо фертилизера, не использовал костную муку? Ведь костная мука тоже у нас спавнит цветы, как-никак, да? Если я не ошибаюсь. О, еще вырос сугеркинс. Не вырос. Ну, ладно. Это, кстати, мы можем собирать. Почему нет? Мы уже можем это собирать. Нам все можно. Потому что это, типа, добро выросло, и все. А кушать надо. Чтоб организм-то был. У нас плотненький, вкусненький. Ой, организм вкусненький идет. Походу, здесь у нас не получится ничего вырастить. Поэтому нужно, наверное, там где-нибудь. Либо потому, что вот здесь земля. И он типа, пацан, ну, земля-то выше меня, я не буду расти, зачем мне это? Давайте мы поэтому сломаем всю землю, которая у нас есть в качестве вот этой фигни. А вон там, кстати, да, там есть. Может, давайте по центру сделаем, не знаю, наше, типа, крутое удобрение водой. Как это еще назвать? Это вот только так и назвать. Все, забираем водичку. Let's go to home. И, не знаю, булыжника поставим. Пусть хотя бы булыжник будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Мисклик, сори.
Чё? Ну, давайте лаймстоун, пусть лаймстоун будет. Почему бы и нет? Блудник не очень хочет тратиться, а тут лаймстоун, почему бы и нет? Все. Так, вспомни, Джонни. А, все, вспомнил. Костная мука. И пошли на травке тестить. Не работает. Фертилизер. То есть ты хочешь только по фертилизеру работать? И только по нему собираешься давать мне вот эту Mystical White Flower? Really, nigga? Может, я могу из костной муки сделать фертилизер этот? Скитон спавнер странный. Ладно. Флора. Паудер. Угу. Так. Уже интересно. Пошло у нас добро. Флора паудер. Ага. Вот, отлично. Мы сейчас сделаем все отлично. У нас стик. Все, хорошо. Спасибо. Подождите, у нас же нету. Это. А мы можем использовать, да, я надеюсь. Я хочу быстро это все сделать. Nope. Может быть так? Да, отлично! Супер! Maybe... Нет. Супер! Вот это мне нравится. Вот это уже хорошо. Вы сами видите, как это очень круто. Ладно. Продолжаем. Вот. Надеюсь, эта миска не тратится. Потому что если эта миска тратится, то это очень плохо. Чё ж мы делаем, ребята? Ну, дробим, как вы понимаете. Да, не тратится, отлично. Я рад. Сейчас мы все переработаем, кроме white meat. Вот это оставим мы просто. Так, окей, все. Так, давай, молотим. Это промолотим. Дальше что у нас по цветочкам? У нас еще цветочки есть. Это дерьмо. Сейчас все подробим. Так, это и это. Все? Давайте на всякий случай положу сюда, мало ли я там случайно задену его. Так, дальше молотим добро. Молотим. Да, это молотим. Получаем вот такие вот всякие странные какие-то штучки, которые для чего-то нам. О, я это, кстати, забыл. А и белладонну мы еще, по-моему, можем, да? Стоп. Белладонна флауэр. Ой, пошло. Знаете что? По-моему, я забыл прочитать еще раз. Сюгаркейн. Ну не мандрейк же растет. Не мандрейк. У нас картошка растет. Алло. Белладонна. Потейто. Смотрим еще раз. Шо такое? Потейто плюс белладонна равно мандрейк. Ну тут типа ноут. Типа, вот только вот это растет на red soil, то есть на песке, все дела. Но тут, по-моему, про мандрейк ничего не написано. Почему мандрейк не растет? Ребят, я вас прошу, пожалуйста, напишите в комментариях, почему это добро не растет. Зачем нам картошка? Нет. Фу, бяку. Мандрейк расти, пожалуйста, умоляю. Хорошо, надеюсь, будет мандрейк расти. И если не будет, то писька тоже не будет расти у нее. Надеюсь. На такую карму. Так, что у нас с нашим добро. Все, и это мы можем перерабатывать в... Да, почему нет? Все, флора, у нас сейчас будет флора, ребят. Наконец-таки пройдем квест, который я думал будет очень проблематично пройти. Да, но нет. Оп. Так, оп. Не будем лишнее делать, мало ли у нас двух сейчас выпадет. Так. Забираем. Для новой порции. Хорошо. Не хочешь? Ладно. Я все понял. Так, снова цветочки мы выкладываем
наш суперский сундук. Переработаем пока что. Можем... Я, кстати, дробилку, по-моему, выкинул. Или нет? Где дробилка? Покажи мне дробилку. Где дробилка? Куда видели дробилку, пацаны? Не видели, нет? Дробилка не пробегала? Куда я делаю? В быстром слоте был у меня эта дробилка. Кстати, можно вот так как-то смешать, maybe? Нет, смешать нельзя. Хорошо. Вручную будем. Оп. 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 И чё? Чё ещё? Все, успокойся. Да-да-да-да. Все, что мы можем из этих фигин делать, кроме вот этого добра? Это красители, получается, да? Это просто красители. Серьезно, взял краситель, все. Так, как обычные красители, и больше ничего. Круто. Очень хорошая новость. Мы прям тут не сможем это сделать. Ребят, я голодный. Накормить, пожалуйста. Еда нужна. Ну давай опять. Ну а зачем мне эта картошка? А что ты картошка? Куда ты дел картошку? Алло, я одну картошку ел. Ну ладно. Решил поесть по полной. Ладно, я, короче, не смогу сейчас скрафтить. Но надеюсь, ребята, вы в комментариях обязательно мне поможете, потому что я тупой. Вы это сами знаете. Я аутист. Да, вот это аутист. Вот это все дела вы сами прекрасно знаете. А, вообще не хочет ничего делать, хорошо. Я прошу искренне вашей помощи. Прям, ребят, пожалуйста, помогите мне. Ведь я должен скрафтить гребаный мандрейк. Да, ну точнее вырасти мандрейк. Бррр, заговариваюсь. Хорошо, бонмил, давайте сделаем еще фертилизер. Давайте сразу 3 фертилизера сделаем. У нас добро позволяет. Добро в виде вот этих вот, ну 4, сделал случайно 4, сорян. Сорян, не хотел. Да, seriously. Да, наконец-таки получили. Кстати, знаете, вот эта книжка просто божественная. Если ты не знаешь никакие моды, тебя она с удовольствием типа расскажет. Эй, братан, там надо вот это сделать, скрафтить. Все, базарчок, будет круто. И все, типа у нас, видите, я даже ботанику изучаю. Не зная этого мода, я изучаю ботанию. Как так? Давай, мне доставай, где он? О, две штуки, пацан, сделал. Сделал, ура! 13 фертилизера, 22 bone meal. Вау! God damn, son, which part next? Окей, эндермена мы убьем easy, если найдем, конечно. А, кстати, тут, наверное, написано, где они находятся. Something powerful will have been needed to remove all the earth from the world. Some sort of teleported force at that. The tail, slim, короче, да-да-да-да, у меня крутой английский, бла-бла-бла. Тут, короче, нужно убить. Все, мы прекрасно знаем. Найдем эндермена, грохнем, получим эндерперла, пройдем этот квест. А типа тут дальше ничего не надо. А вот это мы, я пройду только, ребят, с вашей помощью. Больше никак, никак. Не знаю, как мандрейк делается. Хоть сделал все правильно. А растет картошка. Че за бред? Ладно. Короче, чуваки, на этом я заканчиваю. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на канал. Также помогать мне в комментариях, как крафтить этот мандрейк, как выращивать ее. Все, типа, ставьте лайки, зовите своих друзей и подписывайтесь на канал. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.